Вы, американцы, вероломно вторглись в Ирак. Страны глобального юга спрашивают, будут ли за это судить Джорджа Буша. Вы бы поддержали этот суд? Нет. А почему? Потому что против президента Буша не было выдвинуто никаких обвинений. Были ли злоупотребления в ходе той войны? Да. Погодите, разве вторжение в Ирак под лживым предлогом не было проявлением агрессии? Нет, нет. Понимаете, в то время мы не знали, что это ложь. Никто не знал, что доказательства, которые были предоставлены, это ложь. Так что нет. Вы притягиваете, это неконструктивно. Но Буш солгал? Сэр, я не собираюсь сейчас снова обсуждать с вами войну в Ираке. Мы и так потратили много времени на это. Я был против вступления в войну. Я считал, что это было неправильное решение. Но мы дали президенту власть, к сожалению, основываясь на лжи.